И продолжаем. Областной полиции задержан мужчина, который накануне стрелял из травматического оружия. Об этом и других происшествиях расскажет начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокоева. Она на прямой связи со студией. Марина Ивановна, добрый день. Сколько преступлений удалось раскрыть за минувшие сутки? Александра, здравствуйте. За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 22 сообщения и заявления о преступлениях. Сотрудниками полиции в течение дежурных суток раскрыты 13 из них. Жителю Ярославля, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мы сообщали, что 7 февраля в ходе конфликта мужчина выстрелил из травматического пистолета в другого и скрылся. Пострадавший был госпитализирован. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование продолжается. Если вы пострадали от преступных посягательств, стали свидетелем совершения преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02-100-102. Александра. Спасибо. На прямой связи со студией была начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокоева.